Наша задача, задача информационного блока, во-первых, работать на опережение. И если мы видим какие-то рискованные темы, информировать людей, чтобы эти инциденты не возникали. Одним словом, как можно быстрее решить самые наболевшие вопросы, которые поступают от жителей города и области. В Самаре Центр управления регионом заработал сравнительно недавно, в ноябре прошлого года. За 5 месяцев сотрудники ЦУР успели обработать свыше 25 тысяч обращений граждан. Большая часть это вопросы, касающиеся здравоохранения, ну это понятно, ковид и эпидемиологическая обстановка. И следующий вопрос, это касается прежде всего вопроса благоустройства, дороги, вопросы содержания многоквартирных домов. И если раньше жители Самары области отправляли обращение в письменном виде по форме 59-го федерального закона, то теперь не нужно ходить по инстанциям, писать письма и искать, кто ответит на наболевший вопрос. Люди оставляют сообщения в открытых источниках сети интернет, на цифровых платформах. Инцидент-менеджмент и госуслуги решаем вместе. Установив приложение, пользователь может в несколько кликов оставить сообщение по вопросам ЖКХ, здравоохранения, образования. Здесь же есть возможность приложить фото или видео, а также отслеживать ход решения проблемы и оценить работу ответственных лиц. Новые методы обращения граждан особенно оценила глава Самары Елена Лапушкина. По итогам той информации, которую я получила, безусловно, проведем свое внутреннее совещание, дадим определенные поручения и главам районам, и своим департаментам по взаимодействию с СУРом, по срокам рассмотрения жалоб. В топ городов по количеству обращений входят Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск. Вопросы, поступающие от жителей города и региона, оперативно обрабатываются сотрудниками ЦУР и передаются для решения в муниципалитеты. Ольга Павлова, Константин Головин. События.